Всем привет. Я очень долго не мог написать эту песню. Песню о саппорта. Фокусируйся. Всем привет. Я ее дописал. Вы сейчас ее услышите. То есть первый куплет – это хороший саппорт. Второй куплет – это плохой. Надеюсь, вам понравится. На бу. Я помогу тебе на линии. Хочешь, куплю для нас воды. Отдам свою жизнь, лишь бы не умер ты. Я подарю курьеру крылья. Я не зажму тебе свое ТП. Я спрячу нас вдвоем холодным дымом. И не забуду никогда. Я не позволю мешать тебе фармить. И скоро в лейте мы пойдем и трон сносить. Ну а если сильнее окажутся враги, ты назад не смотри, оставь меня и беги. Оставь меня и беги. Спасай лишь только свою жизнь. Не вздумай мне помогать. Ты должен просто бежать. Ты должен просто бежать. Оставь меня и беги. Беги, беги. Спасаешь только свою жизнь. Свою жизнь. Не вздумай мне помогать. Не вздумай мне помогать. Ты должен просто бежать. Ты должен просто бежать. Я не поставлю ни одного варда. Где ты увидел послушного раба? Я буду делать на карте все, что захочу. Джакира Керри, я тебя научу. Я, пожалуй, на трипле у вас поформлю. Закройте рты, я знаю, о чем говорю. Доминатор куплю, и не убить меня. И заберу Аегис, конечно же я. Я не куплю вам куру, я не куплю ничего. Пусть вам это и нужно, ну а мне все равно. Я так устал умирать. 5000 до рапиры, теперь прикройте меня. Я лучший саппорт мира. Оставь меня и беги. Спасай лишь только свою жизнь. Свою жизнь. Не вздумай мне помогать. Не вздумай мне помогать. Ты должен просто бежать. Ты должен просто бежать. Оставь меня и беги. Беги, беги. Спасай лишь только свою жизнь. Свою жизнь. Не вздумай мне помогать. Не вздумай мне помогать. Ты должен просто бежать. Ты должен просто бежать. Все написано на скорую руку, и минус, и записывался я на обычный микрофон, который вот тут стоит у меня. Фирма у него Genius, он стоит 100 рублей. Если вы хотите, если будет много лайков, и если... Короче, если вам понравится, я сделаю минус на качество, съезжу на студию, заплачу деньги и запишу вам аудиоверсию. Если вам понравится, конечно. Всем спасибо, всем пока.